Здравствуйте, с вами Татьяна Ковальчук, и я приветствую вас на канале «Канадская деревня». Вещаю со своего коровника, а я вот Люсеньку помыла. Хочу поделиться такой вот, ну, как бы, наверное, радостной новостью. У Люси начинаются признаки, что у нее скоро, она скоро будет телиться. Вот, как вы знаете, Люся не телизилась уже около года, в сухостое около года. И вот, у нее обычно, когда ее отправила, как говорится, в сухостой, у нее вымя стало, как вот у Неселя. Сейчас вот начинает у нее вымя уже опухать. А как вы знаете, ей рожает 21 декабря. Но еще немножко больше месяца, но и тем не менее начинает вот так припухать. Вот. Кости пока еще не разошлись. А вульва еще не такая, она там расслаблена. Вот. Я подстригла вот эти волосики. Я всегда подстригаю своим коровам эти волосики. А вот, чтобы была какая-то гигиена, чтобы ничего там не налипало. Вот. И, ну, по крайней мере, уже мы начинаем какие-то проявлять признаки. Ну, вот, покамись в имени. Вот. Я начала уже ее прикармливать, давать больше комбикорма. Ну, до начала родов постараюсь ее вывести до максимума. Ну, вы знаете, я не кормлю их там, допустим, очень многим комбикорм, очень не перекармливаю я этим комбикорм. Я не гонюсь за производительностью молока, и чтобы там было, как они производили больше молока и все остальное. Нет, у меня этого нет. Вот, мне дорога ее печень, Люсина печень, так что я ее буду умеренно этим комбикормом кормить. Вот, самое главное, чтобы она не теряла веса, чтобы была в том же весе. Вот, что еще вам хочу сказать. Люся, я уже, наверное, повторяю, что ей рожать 21 декабря. Но она имеет такую тенденцию рожать раньше, на 2 недели раньше. Она 2 своих телят, первого и второго, она родила на 2 недели раньше. Вот, так что надо смотреть в оба. Хотя, я знаю, она даст знать, она молодец, она начнет мукать, придет он к дому и будет там мукать стоять, да? Так что такие вот дела, и мне придется идти. Но она, конечно, рожает дольше, чем Зина. Зиночка была у нас за 45 минут, и теленок родился. Люся у нас, это 6 часов. От начала мукания до конца процесса. Да, Люся? Я вот в прошлый раз, 1 января, сидела с ней в коровнике. 6 часов, пока мы там рожали. Вот. Папа уже принес мне сюда еду. Вот. И тоже сидел здесь со мной. Мы праздновали Новый год вместе с Люсей. В коровнике ждали, пока она родит. Так что вот такие вот дела. Буду вам показывать видео про Люсю, какие у нее будут признаки, какие были у Зины, вы знаете. Вот теперь вон посмотрим Люсю, будем следить за Люсей. Ну что делать, такая жизнь. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока.